И еще об увеличении числа туристов и зарплатах работников сферы культуры и спорта доложил президенту глава профильного ведомства Даурин Абаев. В частности, в этом году количество путешествующих внутри страны достигло 8 миллионов человек. Глава государства отметил важность развития инфраструктуры для туристов, в том числе за счет иностранных инвесторов. А вот оклады сотрудников отдельных организаций культуры, искусства и спорта выросли. Однако работа в этом направлении будет продолжена в соответствии с поручением главы государства. Также министр отчитался о ситуации в книгоиздательской отрасли, где основные усилия направлены на поддержку детской литературы и казахстанских писателей в целом. В докладе особое внимание было уделено подготовке к Олимпийским играм 2024 года и другим международным стартам. Президент поставил ряд задач по развитию массового и детского спорта. Немаловажная сфера ⁇ это сфера архивов. Там большая работа по цифровизации идет, новые подходы в архивном деле. Все эти вопросы мы обсудили. Президент дал конкретные, четкие поручения, которые мы, конечно же, будем выполнять.